И в продолжении темы инвестиционный комитет Башкортостана присвоил еще двум проектам статус приоритетных. Объем капвложений в их реализацию составит свыше 200 миллионов рублей. Один из них инициировала компания «Озна» – измерительные приборы. Руководство предприятия планирует модернизировать станочный парк и тем самым повысить производительность и выручку на 30%. Второй проект компании «Азимут» предполагает создание центра сервисного обслуживания в Октябрьском районе Уфы. Он будет включать торговый павильон, станцию для зарядки электромобилей и зону отдыха для посетителей. Открытие запланировано на 2026 год. Оба инвестора получат налоговые льготы.